Я все-таки скажу, я хочу поздравить Таню. Танечка, ты родилась в самое любимое время русской поэзии. Ну так вот закодировал Александр Сергеевич нас всех теперь, что у нас осень – это самое любимое время. Но поскольку «Парусская песня» – это часть литературного процесса, то ты и не случайно оказалась в авторской песне. Я тебе желаю новых творческих, поэтических открытий, здоровья и, самое главное, надежных и настоящих людей рядом. Отступила хандра, и вот я иду под осенним хмелем, не вписавшийся в поворот. Весь как тонкий сосуд стеклянный, только тролль зазвенит нутро, и нашарил в моем кармане ветер мелочи на метро. Грудь кленовый лист, качается туман, и я на воздухе повис, как тютчевский фонтан. Какое небо, милый Бог, ты мне нарисовал? Кленовый лист летит на вдох, кленовый лист летит на вдох, на выдохе пропал. Какое небо, милый Бог, ты мне нарисовал? Кленовый лист летит на вдох, кленовый лист летит на вдох, на выдохе. Кружат золотые птицы, осень — это глаза твои. Но давай же друг другу снится, может, так мы себя продлим. Собери же по букве стаю и в подлунный отправь полет. Как и ты, я благословляю не вписавшихся в поворот. Летит на грудь кленовый лист, качается туман, и я на воздухе повис, как тютчевский фонтан. Какое небо, милый Бог, ты мне нарисовал? Кленовый лист летит на вдох, кленовый лист летит на вдох, на выдохе пропал. Какое небо, милый Бог, ты мне нарисовал? Кленовый лист летит на вдох, кленовый лист летит на вдох,